Напомню, Роснедра объявили конкурс на большой участок Бийского каменноугольного месторождения. Выиграть его, по всей видимости, должна была компания «Колстар», которая уже доказала свою состоятельность в Хакасии на разрезе Майрыкский. По крайней мере, больше никто из действующих в республике угольщиков даже не попытался составить «Колстару» конкуренцию в конкурсе. Но неожиданно это сделала зарубежная кипрская компания, так называемая «Новая рудная компания» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Владеет ею бывший министр энергетики России Игорь Юсуфов. По информации «Новой газеты», есть основания полагать, что бывший правительственный чиновник занимается спекуляцией, то есть участвует в подобных торгах, побеждает в них, чтобы потом втридорога продать участок реальному разработчику. Компания Юсуфова уже скупила с десяток золоторудных участков на Дальнем Востоке. Теперь замахнулась на сибирский уголь. Так или иначе, из конкурса на Бийское месторождение сомнительного участника исключили. Но он не согласился и подал жалобу в антимонопольную службу. Она рассматривается в Москве сегодня. Торги на время рассмотрения дела приостановлены.